Всем привет, с вами Димон, и мы продолжаем играть в вампира, и пока мы еще никого не съели, кроме одного типа. Так, нам нужно помочь всем вокруг, и для начала мне нужно, кажется, распределить очки. А сколько у нас их? И где они вообще? Укус. Сильный укус повышает урон от укусов в бою. А увеличивает количество единиц здоровья, восполняемых при укусе в бою. Наука. Саквояж врача. Теперь вы можете носить с собой три сыворотки. И увеличить число патронов, которые вы можете носить с собой. Нет. Я думаю, вот эту штуку. Свертывание. Дистанция. Короткая, средняя, длинная. Дальняя. Вы останавливаете кровь в венных цели, делая ее беззащитной. Я так подразумеваю, что это стан, и мы сможем после стана сожрать врага. Ага. Длительность контроля 2. А, так, длительность контроля 2, а тут будет 3. Секунды для чего? А это что такое? Тут длительность эффекта увеличивается, а тут стоимость нет, кстати. Смотрите, стоимости нет. Фу, прикольно. Действительность полученной крови. Кровь бьет фонтан из тела противника, и ее можно пить, не прикасаясь к нему. Вот кровку я бы попил. Так, нет, сначала мы должны протестить это все дело. Можно хпшечку еще увеличить за 600. Давайте увеличим хп. Седьмой уровень. 300 единиц осталось. 250. Стоимость 25. Удар ближней дистанции, который наносит урон всем живым существам перед вами. Или барьер. Так, или оставим кровь, проверим сначала свертывание. Окей. Здоровье. Отлично. Расследование завершено. Та-ра-та-та. Сначала. Так, мне нужно приготовить средство от устар, переутомления. Вот оно, средство от переутомления. Где? Пневмония, септиса, анемия, бронхита, от простуды, от переутомления. Да, есть средство. Отнесите лекарство в палату и отдать Дороти Крейн. Пора уже идти по основному квесту. Кстати, неизвестный доктор нам. Давайте с ним поговорим, чтобы нам хотя бы все неизвестные стали. Здорово, неизвестный доктор. Good evening. Добрый вечер, я I'm доктор Рид. Always a pleasure to meet Я всегда рад встретить коллегу, особенно especially если when he думал, was supposedly что он dead, уже мертв. a colleague. Коллегу, Are you a вы doctor тоже врач? too? Not anymore, Уже sir. нет, сэр. Раньше я I был used to meet доктор Dr. Rakesh Рекеш Chadana. Чадана, Now а теперь я просто I'm just мистер Mr. Chadana. Чадана. Pawnbroker Ростовщик and humble и скромный guardian of this сторож morgue. в этом What do you морге. mean? You Почему used вы to be a перестали doctor. работать врачом? У Was your вас license revoked? отобрали лицензию? No, sir. Нет, сэр. It is Просто just that люблю I like точность to в be precise. выражениях. Я I забочусь run a об little pawn усопших shop while и taking держу care of the небольшой dead. But I used ломбард, to be a но real когда-то я doctor. был врачом. Ага, вот. Please show me what you have Покажите, to что у sell. вас есть Of на продажу. course. It's Сейчас. just Это trinkets просто and curios, безделушки, но я really. уверен, что они могут But I'm пригодиться. sure they... Ух ты, опиум. Нифига он торгует. Эрготамин. Пермакалия, короче. Раствор. Ух ты. Нифига у тебя тут. Это не ломбард, он торгует всякими такими штуками.
Спасибо, доктор. It's locked. Так, ладно, 20 метров. Мне нужно найти женщину. О, надо с этой поговорить. Вот она, Дороти Крейн. Наконец-то вы вернулись, доктор. Вам удалось что-нибудь отыскать? Да, сестра. Мы сотворили настоящее чудо, доктор. Теперь помогите, пожалуйста, этому пациенту. Долг прежде всего. Когда буря пройдет, я научу вас изготавливать лекарства из этих же простых составляющих. Благодарю вас, доктор. Как только закончите, зайдите в кабинет к доктору Суанси. Он вас искал. Кажется, дело срочно. Угу. Болезни. Заболевания снижают качество крови горожан. Снабжайте их соответствующими лекарствами. Поговорите с пациентом рядом с Дороти и узнайте о его состоянии здоровья. А, это где? Обновите задание. Воу. Пробирка. Вот с ним надо говорить. Good evening, sir. Добрый вечер, сэр. Я доктор Рид. Чем могу служить? Не знаю, нужно ли тут третье мнение. Ваши коллеги уже ведут спор о моем лечении. Ясно. Вы не могли бы вывести меня в курс дела? Я Харви Фидик. Я просто хочу, чтобы у меня рука зажила. Так, давайте медосмотр предложим ему. Наконец, хоть кто-то согласится. Могу вам еще чем-нибудь помочь? Вас что-то беспокоит? Там все неплохо, с учетом того, что творится в больнице, мне еще повезло. А, ничего, задать личные вопросы. У нас что-то для него есть. От чувства вины за травму. Расскажи о своей травме, Харви. Почему вы чувствуете себя виноватым? Из-за меня погибла жена, а теперь я могу лишиться всего. Потому что поранился по неосторожности. Какой же я осел. Об истинных причинах. Травма о гибели жены. Давайте про жену спросим. Почему вы вините себя в смерти жены? Я работал две смены. Она понесла мне обед и попала под немецкий авианалет. Жесть. Вы не виноваты в том, что получили травму, мистер Фидик. Разве что вы сделали... Это умышленно? Разумеется, неумышленно. Но я не могу работать, пока рука не заживет. А мне нужно детей кормить. Какой злой. Подробнее, смотрите, подробнее. Подсказка заблокирована. Так, этого я съел. Угу, еще двух неизвестных. И еще два у меня неизвестные. Уровень гипноза 1. О смерти жены. Расскажи мне о смерти вашей жены. В 1915 году меня призвали в армию. Строит мастерские военно-воздушных сил. Хелен была так рада, что меня не отправили на фронт. Что произошло? Немецкие цепелины бомбили с... бла-бла-бла. А жена как раз несла мне обед во время налета. Короче, немецкие силы бомбили, промазали, а жена несла ему обед. Многие погибли под бомбардировками. Я сочувствую вашей потере. Увы, под бомбами многие погибли. Я служил в Франции и насмотрелся на это. Я бы сказал, что она ушла, не мучаясь. Но на самом деле, я даже в этом не уверен. У наших деток остался один. Сочувствую вашим детям. Как ваши дети пережили потерю матери? Тогда они были помладше. Одно хорошо, моя Хелен не прихватила их с собой в тот вечер. Да, жутко. Необходима подсказка. Еще можно о себе, о больнице, о споре врачей. А что говорят доктора, которые спорят о вашем случае? Они оба хотят как лучше, но не слушают друг друга из гордости. Похоже, врачи не сильно отличаются от плотников. Что? Я не раз до хрипоты спорил с другими плотниками на стройке. Только мы спорили о досках и гвоздях, а не костях и...
жизнях. Так, ладно. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Давай пока. Calm the children, Ellen. Опа, опа-то дали. Так, что мне нужно поговорить с Солнце? Так, давайте еще с этим поговорим. Good evening. Добрый вечер, я доктор Рид. Я могу чем-то помочь? Нет. Вот так? Тогда почему вы здесь? Я не хочу говорить, у меня очень болит горло. Получается, именно за этой болью вас сюда доставили. А вас кто-то заботится? Да и нет. Бер, можешь хотя бы назвать свое имя? Мортимер. Мортимер Госвик. Да-да-да. Во, чтобы проверить состояние здоровья, нажмите Е. Вы улучшаете качество крови горожан и состояние района, а также получаете опыт, если будете лечить горожан. Отлично. Медосмотр. Do you need any help? Вам нужна помощь? Боюсь, так и есть, сэр. Простите, что утруждаю. Дать лекарство? Не давать лекарство. Дать лекарство. Ну, дай лекарство. Ничуть, сэр. Помогать вам моя обязанность. Спасибо вам за помощь. Средство от переутомления. И что это было? Восстановление, нет потери крови. Так, надо изучить это, задать личный вопрос. Расскажи о себе. Расскажи о себе, мистер Госвик. Я не хочу разговаривать, доктор. Не. Многого не добьемся. Сильно ли у вас болит горло? Настолько, что я бы лучше помолчал. Нам нужно разговаривать. Вы же понимаете, что пациент и его лечащий врач должны общаться. Может, дать вам бумагу и ручку? Нет, стоит. Ясно. Может, у вас болит не только горло, возможно... На самом деле вы страдаете чем-то похожим. Yes, возможно, сейчас я не хочу ни говорить, ни писать об этом. Тогда отдыхайте. Ладно, пойдем на второй этаж, поговорим по основному квесту. Уфу. Искушение крови. Не забивайте. Кровь горожан дает много единиц опыта. Ищите тех, чей уровень гипноза меньше и равен вашему. Но обязательно обдумывайте свое решение. Ба-ба-бам. Да ладно, мы пока и так справляемся. Зачем пить людей? Хотя парочку я по-любому выпью. Ой, я только что... О, а ты кто? Good evening, madam. Добрый вечер, мадам. Чем могу помочь? Сэр, помоги, надо моему сыну. Я доктор Джонатан Рид. Что случилось с вашим сыном? Я, прям знаю, кто? Мать Госвика. Вы не могли бы его осмотреть? Да я осмотрел уже. Все говорят, что вы талантливый врач. Не, задать личные вопросы. Как вас здесь приняли? Расскажите о себе. А что тут рассказывать? Просто позаботьтесь о моем мальчике, а я возмещу все расходы. Остальное не имеет значения. Кем вы работаете? Мистер Госвик? Я учительница, учу молодых женщин, которые идут против воли своих семей во имя лучшего будущего. Ух ты, вы настолько богаты? Вы богаты, большинство наших пациентов не могут похвастаться знатностью. Да, благодаря покойному мужу я могу оплатить любое лечение, которое потребуется сыну. Да, посмотрим, какой у тебя четвертый уровень гипноза. Пока. Как вас здесь приняли? Вы всем довольны? Мне ваша больница сразу не понравилась, но положение было критическое. Поэтому у нас просто не было выбора. Пожалуйста, расскажите, что именно вас беспокоит. Не все ваши медсестры были любезны. Видимо, не привыкли иметь дело с пациентами, которые занимают такое место в обществе.
Ага, что думаете о больнице? Расскажите, что вы думаете о Пемберской больнице. Почему она вам не понравилась? Водитель кареты скорой помощи постоянно грубила медсестра мисс Хокинс и вовсе вела себя возмутительно. Что вы имеете в виду? Она нашла койку для моего сына, хоть все это было забито. Я обрадовался, но место обошлось слишком дорого. Это вымогательство. Она взяла с вас деньги за место? Да. Я, конечно, заплатила. Мне некогда было возмущаться. Я разделяю ваши чувства. Я поговорю со всеми, кто в этом участвовал. Я не жду, что вы вернете мне деньги, доктор Рид. Просто учтите, что в других больницах такого бы не допустили. Ага. Личный вопрос не появилось. Goodbye, миссис Госвей. Надо приструнить медсестру. Ладно. А вот с ним ничего не появилось. Good evening, мистер. Нет. Почему вас привезли сюда? Почему ваша мать отправила вас сюда? Она явно считала, что это плохая больница. Моя мать просто желает мне добра. Пока я здесь, они не успокоятся. Она через многое прошла, чтобы помочь мне. Если мать досаждает вам, скажите. Вы в надежных руках. Она вам досаждает? Если хотите, я, как врач, прошу его вас не трогать. Интересное предложение, доктор. Но вы плохо знаете мою мать. Если вы попросите ее уйти, она привяжет себя к моей кровати. Вы в надежных руках. У нас немного необычная больничная, но не беспокойтесь, здесь вы в надежных руках. Доктор Рид, убеждайте меня о мою мать. Убеждайте не меня, а мою мать. Так. Тогда отдыхай. I have to go. Спасибо, сэр. Так, это неизвестный полутруп. Так, о, можно вот так карту посмотреть. Пиппа Хокинс. Так, ну я почти всех. Так, вот он нуждается в чем-то. А, восстановление. Я ему дал средства, и он... Столб. Так, еще двух мы, я не знаю. Вот этого можно выпить. Вот этого можно выпить. Ладно, пока никого не будем пить. Иди сюда, подруга. Ты что, охренела? Good evening, Nurse Hawkins. Добрый вечер, сэр Хокинс. Добрый вечер. Задать личный вопрос. Подождите, а это не она, что ли? Goodbye, Nurse Hawkins. Ладно, походу, это была не она. Ладно. По-моему, она. Вот так взял и забыл. Так, чувак, ты звал меня? Please, Jonathan. Пожалуйста, Джонатан, входите. Потрясающе, правда? За последние десятилетия микроскопы могли нам раскрыть тысячи тайн. Но тело человека по-прежнему загадка. Чем дольше мы его исследуем, тем сильнее расплыта граница между жизнью и смертью. Вы, мой друг, находитесь в обоих местах сразу. От этого должно быть голова кругом. Не меньше, чем от ваших разговоров о вампирах, если хотите знать. Ваша жизнь должна быть... Круто изменилась. Новый район, больница, новая жизнь. Бодрит, не правда ли? Хотел бы я испытывать такой ваш же восторг, доктор Солнце, но меня слишком беспокоит... Undead, мое состояние. Unalive. Я не жив, не мертв. Immortality defies. Этому нет логичного объяснения. Трудно описать, как я рад такому невероятному стечению обстоятельств. Лучший в мире гематолог стал вампиром. Вы просто дар небес. Ху-ху-ху. Лучший в мире чувак, который изучает кровь, стал вампиром и изучает ее теперь
еще и по вкусовым качествам. А ваши, ваши слова успокаивают. Возможно, это покажется странным, но ваши слова меня утешили. Простите, я давно восхищаюсь вами, а теперь вы уже не только блестящий врач. И, пожалуй, зовите меня Эдгаром. Да, Эдгаром полегче звать, чем Суонси. Это не смешно. Мы нужны друг другу. Я давно уже не наивный студент, Эдгар. Мы оба хотим извлечь выгоду из этого сотрудничества. Приму к сведению, у меня для вас дело, Джонатан. Вам понадобятся все ваши новые способности. Продолжайте. Больница выживает только благодаря нашим щедрым покровителям. К сожалению, главная благотворительница оказалась в сложной ситуации. Может, вы ее выручите? Вам нужен секретарь или политик? Мне этого не по душе. Я хотел залечь на дно и спокойно выяснить, что со мной случилось. Это слишком деликатное дело, Джонатан. Леди Эшбри получает письма, в которых вымогатель угрожает огласить компрометирующую ее информацию. И вы хотите, чтобы я устранил его? Клянусь, конечно, нет. Я просто хочу, чтобы вы нанесли ей визит. Она сейчас у палаток, ухаживает за больными. Эту изящную, хрупкую женщину вы ни с кем не спутаете. Хорошо, посмотрим, что за беда случилась с леди Эшбери. Ага. Да, по-любому устранить хочешь, чтобы я ее устранил. Так, есть что у тебя тут? Чувак, давай, мне нужны все эти. Ох ты, новый коллекционный предмет. Так, нам нужна подруга какая-то. Поговорить с покровительницей больницы. Хрупкая женщина, говорили они. Но не она же. Так, и это не он тоже. Возле палаток. Так, кстати, кого-то мы не изучили еще. Вот еще женщина. It's locked. Че она там заперти сидит? И никак к ней не попасть. Понятно, почему я ее с ней не говорил. Это Браннаган. Так, кого мне надо? С кем мне надо поговорить? Вот, 21 метр. Вот она. Good evening, Milton. Добрый вечер, добрый вечер, доктор. Все еще спасаете людей? Так, прощай. Хотя задать личные вопросы. Спросить о шантаже в больнице. Не знаю, занимается ли кто-нибудь в больнице чем-то противозаконным. Здесь много тайн, неудивительно. Если кто-то пытается на этом заработать. Каких тайн? Я не сплетник, доктор Рид. Хотите узнать больше? Поговорите с Харриет Джонс. Она здесь самая давняя. Хочу титановую пластину. Спасибо, друг, у тебя нет ничего. Узнать больше о горожанине. А как узнать больше о горожанине? Так, ладно. Ой. Приятная женщина. От инфлюенции погибла моя жена Эмили. Я утешаю лишь тем, что... Скорблю, что мы будем скоро вместе. Мистер Рейфилд, не говорите так. Здешние врачи совсем скоро поставят вас на ноги. А он не сильно-то и хочет. Он хочет к жене. А теперь послушайте меня и поспите немного. Я к вам еще вернусь. Ваши слова, слова, да Богу в уши, милая леди. Вы само воплощение милосердия. А, это та самая... Добрый вечер, доктор Рид. Рада снова вас видеть.
Вы удивлены, доктор Солси сказал мне о вашем назначении на должность Пембрукской больницы. Та женщина, которая спасла меня тогда и исчезла. Вы еще разговаривали в... В пабе с доктором Свонси. Все верно. Позвольте представиться, как подобает. Меня зовут леди Эшбери. Я вас запомнила, несмотря на столь мимолетную встречу. Ну, правильно, потому что вампиров-то, я как понимаю, не сильно много. Я рад вас видеть, меня исповедовали. Солнце интересуется вампирами. Рад вас видеть. Apologies. Прошу прощения, не ожидал вас увидеть. Очень рад встретиться вновь. Как и я, доктор. Обменялись любезностями. Надеюсь, теперь вы сможете ответить на мои вопросы. Наверняка их у вас тысяча, но сейчас есть дела поважнее. Свонзи вам уже рассказал. Мое положение было... Если угодно, поставлено под угрозу. Позвольте вам помочь. И такой пациент вам не досаждает? Доктор Свонси поручил мне разобраться в вашей ситуации. Для начала расскажите, что произошло. Уже несколько недель меня непрестанно шантажируют. Я заплатила вымогателю. Но он требует больше, я не могу выполнить его новые требования. Ага. А чего не разобраться самим? Ты же тоже вампир. Чего вы от меня ждете? Вам угрожает еще один вампир? О! У кого хватит решимости угрожать вам? У нашего сородича? Я очень в этом сомневаюсь, даже если бы это было так. Вампир попросил бы что-нибудь ценное, чем деньги. Ценнее, чем деньги, я полагаю, что это пациент или родственник погибшего. А почему не разобраться самой? Если мы имеем дело с обычным преступником, наверняка вы сумеете с ним разобраться. Если позволите, все, чего требует древняя традиция, торчащие клыки, гипнотический взгляд. Реки крови. Именно этого я хочу избежать тем, кто начал убивать. Тем, кто начал убивать, сложно остановиться. Ага, она не хочет сосать кровь, чтобы не превратиться в ужасного демона. Да то хочет, чтобы сделали это мы. Ладно, продолжай. Пожалуйста, продолжайте. Важна каждая деталь, я помогу вам. Хуже всего то, что я компрометирую не только себя, но и больницу. Неизвестно ясно дал понять. Мне понять, что у него есть список моих визитов. И они совпадают с датами смерти пациентов, погибших от потери крови. Это правда? Какой бесцеремонный вопрос. Мне тоже нужна кровь, как бы так-то. Кровь, информация. Это логично. Мне тоже нужна кровь, Вам известно, что я тоже испытываю тягу к алому нектару. Если честно, я не просто покровительница больницы. Я появляюсь здесь еще по одной причине. Доктор Свонзи лечит меня с помощью революционных методов переливания крови, а вы, похоже, специалист в этой области. Я разберусь. Покажите, чего мне начать. Зная это, справилась бы сама. Можете поговорить с местным сплетницей, Харриет Джонс. Здесь нельзя и шага ступить так, чтобы она не узнала. Я поговорю с этой женщиной. Моя жизнь в ваших руках, доктор Рид. Я уверена, что вы будете осторожны. Но не знаю, пройдет ли вы проверку властью над людьми, когда все закончится. Когда все закончится, я отблагодарю вас и отвечу на все вопросы о вашем состоянии. Сошлете вы всех или нет? Где ты, Харриет?
Блин, вот эта неизвестная тетка. А, вот она открылась, смотрите. Привет, неизвестная тетка. Что такое? В чем дело? Кто вы? Вон из моей комнаты. Не волнуйтесь, мэм, я доктор Рид, новый хирург. Абсурд, доктор Рид. Понимаете ли, на что мне неумехи интерн? Где доктор Сонси? Прошу, замолчите! Прошу, успокойтесь. Пожалуйста, успокойтесь, уверяю, опыта у меня достаточно. Я только что вернулся с фронта. Какой вы храбрый. Угрожаете старой беззащитной женщине. Знаете, сколько я уже здесь? Вы не с той связались. Я Харри Джонс. Харри Джонс? Я собирался поговорить с вами. Мне сказали, вы знаете о больнице. Больше, чем любой другой пациент. Больше, чем любой пациент, сестра или врач? На что я тут только не насмотрелась. Говорят, тут творится что-то неприемлемое. Кого-то шантажируют? Шантажируют? Погодите, вы не просто зашли меня проведать. Вы что-то расследуете. Одна из этих криворуких сук перерезала кому-то вену? Это не о врачебной ошибке. Любите сплетни, вы есть шантажист? Это мы еще спросим. Уверяю вас, мэм, мое расследование не имеет отношения к врачебным ошибкам. Значит, разврат? Медсестра Крейн, Хокинс, Браннаган, все они шлюхи. Под любую лягут, любого лягут. Неудивительно, что у них все тело в язвах. Ну, если вы приведете доказательства, то я заставлю персонал задуматься о своем поведении. Сами в этом ройтесь, доктор. Скажу только, что одна из сестер точно забавляется с каким-то бродягой в рабочее время. Спасибо, что уделили мне время, мисс Джонс. Теперь я знаю, что делать. Лечу вас в следующем обходе. Ага, со всеми так. И следующий обход настал. Здравствуйте, мистер Джонс. Как вы себя чувствуете? Мы себя чувствуем. Опять вы разбудили бедную женщину. Неужели вам сейчас никто не нужен? Никого не нужно спасать? А у меня много вопросов. Но мне надо задать вам пару вопросов простых. Ну, надо так надо. Какая приятная. Не замечали ничего подозрительного? Подозрительных людей. Легче перечислить, кто не вызывает подозрений в этом борделе. Вряд ли все настолько плохо. Похоже, сотрудники знают свое дело. Вряд ли все настолько... Что вы, мисс Джонс? Все не так плохо. Вы ослепли, что ли? В этой больнице кладут всех, откуда бы они ни прибыли. Настоящие больные вылечиться не могут. Нас все время заражают беженцы. Здесь работают опытные врачи. Я не знаю ни одного случая некомпетентности. Вред. Знаю. Все они воры и убийцы. Вы знаете, что тут пропадают люди. Сегодня есть, завтра нет. Понятно. Ничего полезного. Как вас приняли? Расскажите, почему вас положили сюда? Это ужасно, доктор. У меня и в груди болит, и кровь, я кашляю, и устаю. Короче, я бы это пережила как-нибудь, если бы не лишилась дома. Вот как. Меня никто не навещает. Даже моя родная кровинышка. Так, а мы, смотрите, не можем ее обследовать, ничего. Ну, прощай. Я скоро снова к вас навещу. Спокойной ночи, мисс Джонс. Здорово, гражданин. Я кашлю кровью. Блюю легкими. Короче, у нее просто нет дома, и она тусит тут. Опа, что это? Сапфо. Короче, представляют какую-то эту. Может, пациенты и персонал что-то знают? Опрошу их для начала. Давай я тебя прошу. А ты кто вообще? Шон Хэмптон. Так, давайте персонал, ладно, как просит.
Эту наркоманку можно опросить. Опа, тупые сестры никакие. Что ты знаешь про сестер? Добрый вечер, Мико. Хоукрофт. Доктор, мне нужна кровь теплая, густая, живая кровь. Расспросить о шантаже. Вы слышали, что в больнице кто-то кого-то шантажирует? Мне некогда заниматься интригами смертных. Мои тайны недоступны их пониманию, доктор Рид. Какая же ты больная. Вам нужна в моей помощи, мисс Хофф? Медицина мне не интересна, доктор Рид. Мое лекарство – кровь. Так, личный вопрос. Там есть какие-нибудь? Нету. Подожди, а это? Ладно, пошли. Да-да, я покину вас. Так, еще вот... Ладно, хрен с ним. Какой позор. Все воры и обманщики. Кто это говорит? А куда делись все медсестры? Что-то я не понял. Смотрите, а куда все медсестры? Они вечно тут... Ага, одна прям за нами. Где-то вот тут. Ой. Кстати, да. Смотрите. Этой женщины и в списке нету. И вот этих двух. Непонятно, кто это. Так, мы где-то на месте. Где ты, медсестра? Не прячься от меня. Ага. Стоямба. Добрый вечер, мистер. Добрый вечер. Спросить о странном посетителе. Спросите о сотрудника преступным прошлым. Давайте спросим. Скажите, кого-нибудь из госпитальной больницы было преступное прошлое? Доктор, у всех у нас разное прошлое, как у наших пациентов. Да, посетители. Вы видели кого, чтобы кто-то из медсестер навещал мужчины? Никогда об этом не слышала, доктор. Вот и все. Так, личные вопросы. А сотрудников? Я еще ни с кем не знаком. Расскажите немного о коллегах. Большинство мастера своего дела. У доктора Свонзи нюх на специалистов. Большинство? Есть какая-то проблема, о которой я должен знать? Я не стала бы дурно отзываться о коллегах. Вам есть что сказать? Есть выдающиеся таланты? Вам есть что сказать? Сестра Браннаган, если вам что-то известно, пожалуйста, расскажите мне. Я умею хранить секреты. Я промолчу. Кое-кто мог бы вести себя получше, но... В общем-то, не мое дело это. Есть выдающиеся таланты? Ну, я не знаю более преданного делу человека, чем доктор Типпест. Он был бы образцовым врачом, если бы не возраст. Завтра как-то, на мой взгляд, он работает гораздо больше, чем нужно. Ему следует чаще думать о себе. И отдыхать. Новая подсказка. Об обстановке в больнице. Как обстоят дела здесь? Не очень хорошо, мягко скажем. Мы сражаемся с невидимым врагом, который убивает вернее пуля. Нам нелегко, доктор. Невидимый враг? Невидимый враг? Какое поэтическое название для болезни? Извините, доктор. Последние недели выдались непростыми, и нам всем не мешало бы выспаться. Больница не справляется? Вы думаете, что больница не справляется с эпидемией? Мы все добровольцы и делаем, что можем, но как нам одолеть незримого убийцу? Часть сестер уже уволилась. Понятно. Так, личные вопросы. Подождите, личные вопросы. Не появились?
Нет. Пока. Goodbye. Так, одна медсестра. Кстати, к доктору можно относить от этого. Поболтать новые зацепки. Нету. Вы измотаны. Yourself, вы и без того утомлены, Коркан. Вам стоит поберечь силы. No. Нет, мы должны дальше лечить этих бедолаг. Мы на последней линии обороны. Снова ринемся, друзья, в пролом. Вы ведете себя безответственно. Кстати, безответственно. По его вине умер один пациент. Давай, вы ведете себя безответственно. Это безответственность, доктор. Поверьте, я видел за время войны немало медицинских ошибок, сделанных из-за усталости. Вы правы, доктор Рид, это война. И сдаваться я не намерен. Так, а мы можем еще раз? Вы измотаны? Так, все. Об установке больницы, о сотрудниках. Как остались дела в больнице? Пожалуйста, говорите, как есть. Не лучшая больница в Лондоне, конечно. Уверен, вы привыкли к... Не заметил к чему. Люди гораздо важнее. Сейчас везде так. Люди гораздо важнее. Меня все устраивает. Кроме того, главное в больнице не здание, а ее работники. Первое впечатление ненадежно. Доктор Рид, здесь много талантливых людей. Но нам не хватает надежды. О сотрудниках? Пожалуйста, расскажите побольше о персонале больницы. Здесь есть хорошие работники, есть посредственные. Но сейчас слишком сложное время, чтобы в ком-то сомневаться. Я предпочитаю думать о людях хорошо. Кто здесь хорошие люди? Тогда расскажите мне о хороших работниках. Сестра Браннаган, наша жемчужина, более ответственная и внимательная медсестры, я не встречал. Она умная и жизнерадостная. Похоже, вы ей восхищаетесь. Я вам больше скажу. Будь она мужчиной, она бы стала чертовски хорошим врачом. Ага. Так, спросите о шантаже в больнице. Скажите, в больнице не совершалось ничего противозаконного? Мне некогда следить за этим, дорогой коллега. Мы должны спасать людей. Все работает, а я на самом деле бегаю и какие-то вопросы задаю. Такой себе врач. До свидания, доктор Типпетс. Так, а теперь мы можем с сестрой поговорить по Бырику. Куда-то она делась. Сестра, вы где? Нет ее ни хрена. Ага, зато мы можем снова и поговорить. Здорово, сестра. Good evening, nurse Hawkins. Добрый вечер, сестра. Добрый вечер, доктор. Спросите о странном посетителе. Вы знаете незнакомца, который навещал одну из медсестер во время ее смены? Дайте догадаться. Вы навестили старую ведьму Харриет Джонс? Не слушайте ее, доктор. Она и не такого рассказывает. А, мы должны помогать мисс Джонс. Возможно, она сказала правду. Так, ну это идти прям в лоб. Давайте обходным путем. Мы должны помогать мисс Джонс. Как бы вы к ней ни относились, мисс Джонс нужна наша помощь. Кто сказал, что я ей не помогаю? Просто эта развалина живет за счет ненависти. Возможно, она сказала правду. Возможно, про таинственного посетителя она сказала правду. Эта старая перечница все равно скоро отправится в ад. Какое ей дело, если одна из сестер хочет немного развлечься? Ага. Так, а еще доступно? Странно. Короче, нет еще зацепок. Задач личные вопросы. Ничего нет. Подсказочек нет. Так, ладно, давайте допросим Goodbye. Еще одну медсестру. Давай, пока. Дороти Крейн.
А Дороти Крейн у нас там 60-57 метров. Да ладно, прям вон там? Ага. За пределами больницы. Снять так. Где ты? Где ты, Дороти? Неизвестная. Слышь, чувак, ты кто? Слежка. Нажмите вверх, чтобы активировать чутье. Если гражданин ведет себя подозрительно, его сердце будет светиться по-особенному. Соответственно, гражданина вы разблокируют особое действие. Найти Дороти Крейн. Так, так, так. Давайте с ним поговорим. Не поможете мне? Что происходит? Я Блайт, сэр. Ютон Блайт. Я потерял приятеля. Он как сквозь землю провалился. Я доктор Джонатан Рид из Пемберской больницы. Пожалуйста, успокойтесь и расскажите все по порядку. Сэр, мы с Освальдом служили в пехоте. Мы шли в больницу, но, в общем, мы поздравили, и Освальд ушел в сторону канала. И сколько вы его уже ищете? Я не могу пойти туда. У воды слишком много крыс, проклятые крысы. Я их с войны ненавижу, теперь их терпеть их не могу. В этом нет никаких постыдных, мистер Блайт. Прошедшую войну страдают от мусофобии. Короче, все боятся крыс. Кто вы? Так, подробнее. Медосмотр, можешь предложить ему? Здоровье. Вам нужна врачебная помощь, сэр? Нет, сэр, разве что... Разве приведете всех крыс в Лондоне? Кто вы? Я лучший друг Освальда. Мы служили в одном полку и помогали друг другу. С тех пор, как вернулись с фронта. Кто ваш друг? Что вы можете сказать о своем друге? Его зовут Освальд Тэтчер. Мы вместе прошли войну. С тех пор, как мы вернулись, Освальд стал очень нервным. Что вы здесь делаете? Это опасный район. Что вы здесь делаете? Мы искали Пемберскую больницу. Ему нам нужна помощь. То есть лечение. И поспать бы. Просто прийти в себя, сэр. Где искать вашего друга? Где вы видели вашего друга в последний раз? Он пошел в сторону канала. Не хочу ложиться в больницу. Мне кажется, он нарочно спрятался от меня в канализации. Так, понятно. Попрощаться. Если я узнаю что-нибудь о вашем друге, я сразу вам сообщу. Спасибо, доктор Рид. Ага. Ты вообще не хочешь вернуться со мной? Нет, мне нужно повидать кое-кого в больнице. Учти, ты так скверно выглядишь, что тебя могут и не впустить. Чертям их, теперь не могу в больнице и докторов, терпеть не могу. Ну ладно, если пойдешь в Уайтпелл, воспользуйся этим. Что это? Купон на бесплатный медосмотр у наших лучших медсестер, там написано. Я плохо читаю, но спасибо, что ли. Подозрительный тип. Крыса в больнице. Я задыхаюсь. Так, кто там? Так, подождите, можно проверить. А где мои скиллы-то? А, вот тут, наверное, да, это все, что мы собрали. Во! Единичка, четверка, это стан.
Отлично. Тут явно что-то не так. И явно кто-то есть. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. На этого человека напали. Восьмой, шестой. Всем они очень сильные гады. Так, четверточка. Так, давайте. Вон он. О, вон еще один. Так, четверочки, попробуем его выпить. Не выходит. Ох ты. Блин, все плохо. Надо отходить. Да ё-моё. Да хорош. Ох ты гад. Все. Еще один удар. Все. Надо, короче, кол брать. Кровь очень медленно восстанавливается. И выносливость больше. Отличненько. А давайте посмотрим тут все. Так, отсюда мы пришли. А что у нас там? О! А, перманент калия. Ничего такого. Пришли сюда же. Патроны, патроны. Походу надо будет стрелять. Кто ты? Блин, какой ты мощный. Да ну. Ага. Забрать громилу из канализации. Подождите, а что там? Там, по-моему... Уже труп. А зачем мы это сделали? Ладно. Воу! Обычно шиповая новая, шипованная палица. И она уже второго грейда. Не, я хочу топор, чтобы он мне восстановил кровь сразу. Восстанавливал. Двуручное оружие. Особое свойство парирования. Короче, хрень это. Хотя зеленая. Не, я пока побуду с топором. Кто там орёт? Так, ладно, тут ничего особенного. Пойдем обходить. На масло. Так, а тут мы... А, не. Свинцовый пруд, ржавая банка таблеток. Поближко. М-м-м.
Ага, четвертый. Четвертый — это хрень. Охо, слабый сырок-то. Так, давайте возьмем все-таки кол. Кстати, пила. Оружие ближнего боя. 65. У меня топорик 72. Кол хочу. Ой. Так. Так, чуть-чуть совсем крови, нужен кол. Я думал, что если я застану его, я смогу пить кровь. А я ни хрена не могу. Патроны. Ух ты, вот так можно было? Thirst for blood. Я забыл, что можно крысок пить. Совсем забыл. Где вы, крыски? This is despicable. Что за ужас? Так, подождите, отсюда мы пришли, да? Да-да, отсюда мы пришли. Можем идти туда, можем идти сюда. Еще одну крыску выпьем. Ох, тут сейчас как босс тут появится и будет меня бить. Да, вот он. Мать-перемать! What sort of creature is this? Нафиг. Ух ты, нет! Надо вот так вот делать. Так. Да ты заколебал. А ты что сделал-то? Он схавал меня. Какая здоровая дрянь. Так, надо подготовиться. Есть парирование. Давайте попробуем все-таки с дубиной поиграть. А с дубиной мы не восстановим себе кровь. А давайте... Информация. Свинцовая пластина нужна. Так, боюсь, оглушить мы его не сможем. Так, значит, купим кровь. What sort of creature is this? Брат, что ты делаешь-то? Козел. Блин, удар у него вообще жесткий. Ах. Come on.
Ах ты, у меня есть... Так. Еще какие-то... Воу! А вот теперь уже нечем восстанавливаться. Очень выносливости не хватает. Да, выносливость надо качать первым делом. Можно еще у него пострелять, кстати. И надо посмотреть, к чему он... Сильное сопротивление, к чему нет. Ну, где загрузочка? Вас уничтожили. Так, сейчас я должен его шлепнуть. Где ты, тварь? А я не могу. Так, давайте попробуем все-таки. Информация. Давайте вот так вот сделаем. Creature is this. Блин. Я тебя побью, козёл. Ещё хлебнём. Ух ты. Всё. Ох. Да зачем ты это делаешь? Он постоянно... Да не надо переключаться. Тихо. Меня. Так, копье ему не так много наносит. Надо так килиться. 2-1-0. Еще раз.
все понятно. Надо больше доверять пистолету. Ах ты гад! Два раза подряд я тебя не ожидал. Ух так, пистолета у меня больше нет. Может, сменим... А, мы же можем создать... Нет, создать, по-моему, ничего не можем. Слабая сыворотка есть. Ну, давай! Скотт. Ах ты, размашистый удар, мне конец, походу. Ай! Все, чуть-чуть осталось. Жестко, жестко. Можно сказать, вы теперь бессмертны. Да, ну блин, жестковато. Надо было побольше прокачаться и перед походом на такого босса взять еще скиллов. Чего-то мне не хватает. Кстати, очень понравился пистолет. Пистолет реально тема. Мне не нравится, что с каждым разом все медленнее и медленнее загружается. Походу, надо ребутать игру, чтобы грузилось побыстрее. Это, конечно, просчет. Фух, я готов. Обыскать труп гориллы. Нам не дают. Слишком жесткий тип. Давайте, пошли. Ну, скотина, ты где? What sort of creature is this? Вот меня бесит, почему переключается вечно. Опа! Ах ты, ё-моё! Ах ты! Воу! Да блин! Придурочный! Ах, так быстро! А вот бесит, когда он видит кого-то в зоне, короче. Надо пойти его убить, короче, он меня бесит. Чтобы не переключался, а то из-за этого я уже пару раз проиграл. Если вы хотите быстро набрать силу, пейте кровь жителей Лондона. Да, походу, если бы я выпил парочку чувачков, был бы посильнее. Блин, вроде все хорошо, но вот выносливостью прям не хватает, не хватает.
Так, пойдем найдем того черта, который меня там напрягал. Вот тебя. Ты придурок, меня бесишь. И выпьем крысок. Крыска? Крыски. Больше никого нет. Еще один сильно далеко. Они что, резаются, что ли? Я не понял. КПшечка. Ах ты гад! Кстати, можно, знаете, что сделать? Можно взять кол. Ой, взять кол, говорю. И подготовиться прийти сразу напиться кровушки. Да уйди ты, гад! Блока все больше и больше. То есть прям пить их неудобно. Так, набрали всяких вещей. Это очень неплохо. Еще где-то кто-то? Ага, еще тут. Сейчас мы тебя тоже. Выпьем. Классно, а эта штука ничего не тратит. Все, никого не вижу больше. Вот теперь, надеюсь, никто мне мешать не будет. Еще крыски, не. Я полностью в крови, все нормально. Поехали. Ху-ху-ху. Так, нет, заменяем. Меняем. Кол на пистолет. А перезарядиться как-нибудь можно? Иди сюда, тварь. Все равно, смотрите. Патроны не восстанавливаются, что ли? Блин. Я хочу... О, тогда... Думаю, мне понадобится кол. Да на! На! Ах ты! Ах, заднял. Да я хилюсь, он прям... Воу.
Так, делаем по одному удару. Еще один удар, и мы восстановим кровь. Ох, ням-ням-ням. Ну, тоже уклоняется, как гад. Два удара можно сделать. Два. Так, пора блок ему сбить. Ай-яй-яй! Хавать! Помойное чудовище! Ай! Осторожность. Ах, осторожность не повредит. Такое впечатление, что он стал сильнее. Нет! Нужна кровка. Да на! Так, я вспомнил. У меня же есть. Парочка ударов. Это была жесть. Да, жестко, жестко. Так. Here's what's left of him. От него немного осталось. Not a lot to check, but I should anyway. Придется изучать то, что есть. Так, если вы больны. Если у вас нет денег, неважно, кто вы, неважно, откуда. Обращайтесь за помощью к Дороти. Никакого обмана, никакой платы, никаких вопросов. Просто напишите «Дом Дариусу Петровску» и покажите этот купон. Найдите «Дом Дариуса». Купон на бесплатный осмотр в Вайтплите. Что застелась сестра Клейн? Я должен найти ее. А еще ничего тут есть, я, блин, сражался как лев. Ладно, думаю, на этом сегодня пора закончить. Мы убили этого сраного босса, и я понимаю, что нужно быстрее вкладывать очки и развиваться сильнее, потому что он был реально сложный для меня. Всем спасибо за просмотр, если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем спасибо и пока-пока.